Ночь начиналась, как обычно. Жители домов на Тисовой улице, что на окраине Лондона, укладывались спать. Они и представить не могли, что вскоре вокруг начнут происходить очень странные вещи. Thank you.
Thank you.
снегом залило. Проснись! Thank you.
Thank you.
Thank you.
милі хлопчики і дівчата. Починайте знов спочатку вчора вивчену колядку. Поряд мені
вы из-под рояля, вам рассказывали, как обычно, или волшебно, кто как, собственно, для себя определил. Команда профессиональных мечтателей арт-промо-группы K-Group. Посмотрите, какая у нас огромная арт-промо-группа. Он делал все из красивости нам сегодня. Хотела бы, конечно, поблагодарить своих прекрасных детей и их
просто невероятных родителей, которые нас терпят с Петром Сергеевичем. Он куда-то убежал. Не вижу эту шапку красную. Вот этот большой мужчина с белой бородой. Белый, с черной бородой. Дорогие дети, вот, пожалуйста, Даня Коваленко. Миша Постаковский. Вика Коренюк. Саша Гридина. Вика Луговская. Сонечка Лебедева. Наш самый юный артист. И Анастасия Круг. Анастасия Алексеевна. Нашему дорогому Петру Сергеевичу Люпинскому за то, что он поставил эти потрясающие номера. Спасибо ему большое. Я люблю вас. Я хочу поздравить всех с наступающими праздниками. Всего самого наилучшего. Хочу поблагодарить всех нас, что мы собрались, выступили здесь. Хочу поблагодарить вас всех, что вы, несмотря на вирус, который сейчас ходит по миру, вы собрались здесь. Я тоже хочу поблагодарить всех, кто сегодня сюда пришел. Несмотря на то, что у нас сейчас происходит, что люди не очень-то любят куда-то ходить, но тем не менее, слава Богу, здесь полный зал, я этому очень рад. Хочу поблагодарить всех, с кем пришлось работать, с кем получилось поработать. Это было очень большое удовольствие, это был в хорошем смысле чуть-чуть адреналин. Это было хорошо. Дорогие друзья, давайте проводим старый год, вспомним все хорошее, что было, и встретим новый, с наступающим!